Ребятулики, ребятулики и девчули, всем привет, мои дорогие, всех приветствую на своем канале. Продолбоны СССР. Вот такое количество. 34 боны, 100 рублевочки и полтинники. По 7 гривен. Довольно-таки неплохо. Как дополнение к общему доходу, очень даже хорошо. Боны СССР, так же как и боны Украины, если они в хорошем состоянии, идет постоянный рост, что доказывают продажи. Для того, чтобы научиться хорошо продавать и покупать, нужны уроки антиквариата и нумизматики. Для этого есть мега-денди-перекупщик, который подскажет, научит и направит вас в правильное русло.